Okay, אנחנו נלמד את הפרשה בכמה שיעורים. В нескольких уроках мы выучим эту недельную главу. 4-5 שיעורים קצרים. 4-5 коротких уроков. אז אנחנו רואים כאן ש עם ישראל שיצא ממצרים. Мы видим, что народ израильский, когда вышел из Египта, הם מתקרבים למואב, לארץ מואב. Они приблизились к земле Моава. ואנחנו רואים שמלך של העם הזה בלק. И мы видим, что царь этой страны Балак נכנס ללחץ גדול. Вошел в большую, на него было оказано большое давление. והוא ממש דואג, מה קרה פה? הנה עם יוצא ואני אין לנו כוח להילחם. И он начал переживать, что вот приближается какой-то народ, и у нас нет сил для того, чтобы с ним сражаться. ואנחנו קוראים שהם פונים, בלק פונה לזקני מדיין ושואל להם את העיצה, מה לעשות עם העם הזה? И мы видим здесь, что царь Балак, он обращается к старейшинам той земли и к старейшинам медианским и спрашивает у них, что им делать, спрашивает совета. לפי היסטוריה אנחנו יודעים שמואב ומדיין הם היו במלחמה בעצמם. И мы из истории знаем, что Медиан, земля медианская и Муав все время воевали. אבל כאן מול אויב משותף, מול ישראל, הם פתאום מתחברים. И здесь, когда они увидели другого общего врага, в том числе это был Израиль, они вдруг объединились. ולמה הם רוצים להבין איך להילחם נגד ישראל? И почему они хотят понять, как им лучше воевать против Израиля? לפני ממש זמן קצר אלוהים ישראל לחם נגד עם שבראשם היו אנשים מוזרים, אוג וסיחון, זה מלאכים, אוג וסיחון. Мы видим из Библии, что некоторое время назад Израиль воевал со странным народом, который называли Ог. מלאכים של העם הזה היו אוג וסיחון. И цари этого народа были Ог и Сихон. ולפי כתבי קודש, שני האנשים האלה הם היו גיבורים, ענקים. И согласно Святым Писаниям, эти два человека были великанами, были героями. ומאוד, מאוד קשה להבין מי הם היו בכלל, האנשים האלה. И очень странные эти были люди, сложно понять, кем они были на самом деле. וכנראה, כל דבר הזה היה פירות של הכישופים, שהעמים האלה היו עושים כישוף. ופשוט משהו השפיע על הגנטיקה שלהם. Вполне возможно, что это были плоды колдовства. Вполне возможно, что этот народ сильно занимался колдовством, и это повлияло на их генетику. והם היו פשוט ענקים, ולפני 40 שנה, כשישראל שולח לכיוון הזה מרגלים, הם רואים את הענקים גיגנטים האלה, והם פוחדים מכל הקטע. И они были огромными и высокими людьми, и когда Израиль послал соглядатая в то время, они увидели этих огромных людей, они испугались всего этого дела. וכמובן ישראל ניצח, וזה הייתה עזרה של אלוהים ברורה מאוד. И естественно Израиль победил, это была однозначно Божья победа, Божья помощь. ומואב, שהם היו אנשים רגילים, רואים, או, העם הזה, עם ישראל, הוא משתמש לא בכוח אנוש רק. יש משהו על טבעי שם. И народ Муава увидел, они знали все эти вещи, и они говорят, вот Израиль, они какие-то необычные люди, у них явно необычные победы, наверняка у них какая-то высшая сила, которая им помогает. ואז בלק מגיע למסקנה להביא כוח על טבעי נגד כוח על טבעי של ישראל. И тогда Балак приходит к такому решению, что лучше всего против неземной сверхъестественной силы Израиля также принести какую-то сверхъестественную силу другую. והוא מזמין את בלעם. И он приглашает Валама. מי היה בלעם? Кто был такой Валам? בלעם היה מחשף. Валам был колдуном. אבל הכישוף שלו בהתחלה היה פחות או יותר
Беседер тиктувим умрим, ше иша зе диберем Элогим. Но его колдовство, видимо, не было настолько злое, потому что Писания говорят нам, что он спрашивал у Господа и говорил с Господом. Кломар, иша зе бакитвей кодеш катув, ше у лоя ме Исраэль, авал ая ло кешер им Элогим. И здесь из Священных Писаний мы знаем, что этот человек не был еврей, не был израильтянин, но у него была связь с Богом Израиля. Ве у ая микабель... Чувот батфилот шило ме Элогей Шамаем. И он от небесного Бога получал ответы на свои молитвы. Бадерех кляль анахну кям Исраэль рагилим лавин. Обычно мы, как народ израильский, у нас такая привычка понимать, Шелухим идабер рак даркейну. Что Бог говорит только через нас. Исраэль, Моше, Иешуа, Машиах, Тора, Брита Хадаша, ве Элогим идабер дерех амейну. Израиль, Моше, Иешуа, Машиах, Тора, и мы это эксклюзив, и Бог говорит только с нами. Но и вдруг мы видим человека, который не является частью нашего народа, но да, он слышит и говорит с нашим Богом. И на самом деле он не единственный, несколько таких человек мы да видим в Священных Писаниях. Анахну шаману басефер брешит аль Мелкицедек, шеуло ая миам Исраэль, авал гам шумея Мелухим. Мы в книге Бытия видим Мелхиседека, который не был частью нашего народа, но был кем-то близким Богу и слышал Бога. Мишу зухер от Мишу Мелкицедек кодеш, шеуло ая Игуди, авал шама Мелухим. Кто-то помните святых писаний и других неевреев, которые, да, слышали Бога? Йов, нахон меод. Йов ая цадик, ве кулям яду ото, ве афил Элогим бацмо умер, эйн бен адам цадик ке Йов. И Йов, который не был евреем, был праведником, и сам Бог говорит, что нет такого праведного, как Йов. Анахну корим гам аль Итро, Иофор. Мы также читаем о Иофоре. שגם הוא היה בן אדם שמקשיב ומבין את אלוהים, который был близок к Богу, слышал его. אבל בכל המחשבות האלה אנחנו מגיעים לשאלה. И все эти мысли нас наводят на вопрос. אבל, אוקיי, אז אנחנו רואים שאלוהים כן מדבר לעמים אחרים גם. Да, мы видим, что Бог говорит с другими людьми, с другими народами. אבל שאלה. Но есть вопрос. האם זה בריא? Лакирет Элохим мехуц ли Исраэль? Правильный ли ты, здоровый ли ты, это образ знакомиться с Богом не через Израиль? Тем юдим кен эфшари ласот эдзе. Мы знаем, что да, это возможно. Авал анахну руим, ше ледугмат шел ото Балак, о Билам, ше анахну нилмад од меат. Но мы видим, что на примере того же Валаама и Валака, про которого мы скоро прочитаем, ше баэтем эм ло эцлиху лаахзик эт кол аидгалут шел Элохим бэцмеем. Они не смогли своими силами удержать Божьего откровения. Ве канире еш машу миухад миот בספר תורה ובהתגלות של ישראל. И возможно, и действительно есть что-то очень особенное в книге Торы и в откровении Израиля. Ше даркам Элохим роце лави эт ацмо лекол аамим. Что через это Бог хочет принести себя, открыть себя другим народам. Ше хашавти аль дугма ютер пшута. Когда я думал о более простом примере. Хашавти аль машу меот пашут ше коре шам вепо бекол амаком. Я думал о том и сём, что происходит в разных местах. Аим ифшар лави елет михуц ле несуин. Можно ли родить ребенка вне брака? Камуван кен. Естественно, можно. Анахну руим эт зе арбе. У нас это часто происходит. Авал им зе тов. Хорошо ли это? Зе квар шейла ахер. Это уже другой вопрос. Аскан анахну руим машу доме. И здесь примерно то же самое. Ине Билам шумей ме Элохим. Вот Валаам, который слышит от Бога. Авал уло мукбаль бесефер азе вебеитгалут ше Элохим нотен ле Исраэль. Но у него нет границ, которые дает нам эта книга, и у него нет откровения Израиля. Вебеитшу рега у соте ме адерех. И поэтому с каким-то образом он уходит с правильного пути. Им анахну курим сефер берешит. Если мы читаем из книги Бытия. Анахну корим шам аль иш бешем Ноах. Ми зохер ото? Мы читаем про человека по имени Ной. Кто ваю его помнит? Шлоша баним, атем зохрем эт зе? Вы помните, что у Ноя было три сына? Шем, Хам ве Яфет. Сим, Хам и Яфет. Ве Шем у баэцем ав шел ав шел ав шел Исраэль. И Сим является пра-пра-отцом Израиля. Авал кшанахну руим Ноах миварех эт баним шело. Но когда мы видим, что Ной благословляет своих сыновей, ум шахрер браха меод миух хедет ле Яфет.
Он на Иафета дает очень интересное благословение. Он говорит такое слово. Иафет, ты будешь сильным, сильным воином. Ты будешь сильным на земле. И мы знаем, что потомки Иафета — это Евразия, которые заняли часть, большую часть земного шара. Но Ной говорит что-то очень особенное Иафету. Если вы хотите, хотите прочитать, вы можете открыть Бытие 9:26-27. Там написано. Яфет, ата яхол лацлих, им ата тануах беугалей шем. Яфет, ты можешь преуспеть, если ты будешь обитать в шатрах и симовых. Кломар умер, Яфет, ата тацлих. Он говорит, ты, Иафет, будешь успешен, если ты будешь обитать в шатрах Сима. Что значит шатер? На языке святых писаний шатер — это место, где мы получаем знания. Откровение от Бога. Встречу со святой Шехиной, со славой Божьей. И поэтому Иафет может получить откровение, благословение, если он заходит в шатер откровения Сима. Что значит откровение Сима? Это Танах. Это священные, наши священные писания. Это то, что получил весь мир через еврейский народ. И апостол Павел также пишет об этом. Что хорошего в том, чтобы какое преимущество быть евреем? Он говорит, как люди, кровь и плоть, мы все те же самые. Но иудеям через иудея пришел Машиах, и иудеям вверены святые писания. Естественно, в любом народе человек может самостоятельно найти Бога. Но если он хочет продвигаться и охранять свой путь праведным и хочет получить благословение, стоит ему прилепиться к откровению, которое Бог дал евреям через Святые Писания. И я не говорю это от себя, это то, что говорит Священное Писание. Еще маленький урок, который я хочу вам преподнести с того же рассказа. Я не хочу сейчас читать с текста, но вот эти люди приходят к Валаму и говорят ему, послушай, приди, помоги нам, и мы благословим тебя, мы дадим тебе деньги. И Валам молится, и он говорит, что ничего мне от вас не нужно, уходите. Кто помнит эту историю? И Валак еще раз других посланников посылает к Валаму. И Валам, и они приходят и говорят, мы тебе больше денег дадим, чем мы обещали в первый раз. И Валам опять молится, и он говорит, ничего мне от вас не нужно. И в третий раз приходят другие посланники. И тогда Валам говорит кое-что. На нашем языке он дает свою цену. Он говорит, даже если вы мой дом наполните золотом и серебром, все равно я с вами не пойду. И Балак тогда понимает, что наполнить дом недостаточно, надо дать немножко больше, и вот она цена. Ему дают, кроме дома, наполненного золотом, еще Мерседес, и все в порядке. И он пришел для того, чтобы проклясть наш народ.
И этот урок, который я хочу вам преподать, называется «Деньги». Мы очень много говорим о деньгах. Не в нашей общине, а вообще в жизни много мы говорим о деньгах. И жена говорит мужу, дай мне денег, мне нужно это и следующее. Муж подходит к своему боссу, говорит, увеличь мне зарплату, мне не хватает, жена требует. Разные истории. Есть бдиха казот, иша бали баала, говорит, а ты знаешь, якори, они хасахти леха айом 1000 шекель. Есть такая шутка, жена приходит к мужу и говорит, ты знаешь, дорогой, я тебе сегодня сэкономила 1000 шекелей. Он говорит, эх, за яхолиот. Он говорит, как это так получилось? Я говорю, табат альта 5000, они каниты уто барба. Он говорит, кольцо стоило 5000, я его купила за 4 всего лишь. Хасахти леха 1000 шекель. Вот я тебе 1000 шекелей сэкономила. Кесев. Деньги, вокруг нас все время деньги. Анахну увдим бы кесев. Мы работаем за деньги. А им кесев за то, а кесев за ра. Деньги это хорошо или плохо? А ты медим кашели дабер альзе бе... בזמן קצר. Вы знаете, очень мало времени для того, чтобы говорить об этом. אבל זה מציאות של חיינו והם קיימים. Но это наша жизнь, это реальность нашей жизни. אז איך להתייחס לכסף? Как относиться к деньгам? אולי זה שאלה נכונה. Возможно, это правильный вопрос. אתם יודעים, יש סיפור בכתבי קודש. Есть рассказ в священных писаниях. זה בברית החדשה, ישוע מספר אותו. В Новом Завете Иешуа рассказывает его. איש אחד פתאום ידע שבמקום אחד истиру это пнина якора меод. Один человек выяснил, что в одном месте закопали драгоценную жемчужину. Поэтому он продает все, что у него есть, и отправляется на поиски этой драгоценной жемчужины. Помните эту притчу? אני זוכר מיד יש אסוציאציה עם אברהם אבינו. У меня сразу же я помню есть ассоциация возникает ассоциация с нашим отцом Авраамом. И что Сара нефтера в Хеврон? Его жена Сара умерла в Хевроне. זה סיפור ארוך. Это очень длинный рассказ. Азубавы רוצה לקנות מקום לקבור את Сара. Поэтому он приходит и просит, чтобы ему продали место для того, чтобы похоронить Сару. והוא מבקש שיתנו לו את המערה מכפלה. И он просит, чтобы ему дали эту пещеру. כנראה אנשים שהחזיקו במקום возможно, люди, которые были хозяевами этого места, не знали, что это за место. Авраам ידע שהמקום הזה כנראה נקבר שם גם אדם וחווה. Но Авраам знал, он, возможно, узнал, что в этом месте, скорее всего, похоронены Адам и Ева. И в его глазах это место было очень дорогим. И этот парень, с которым он ведет переговоры, говорит, ну дай мне 400 сиклей серебра. Вы знаете, что значит 400 сиклей серебра? לפי החישוב של היום, если мы переведем на сегодняшние деньги, זה 50 שנות עבודה של פועל שכיר. Это 50 лет работы рабочего. 50 שנות עבודה של פועל שכיר. 50 лет работы простого рабочего. זה 2 משכנתות. 2 משכנתות. אבל לאברהם זה היה מקום כל כך יקר. Но для Авраама это было настолько дорогое место. והוא הולך וקונה את זה. Поэтому он идет и покупает его. ובעצם ככה זה קורה. И таким образом происходит. שעד כה אלוהים הבטיח לו את כל הארץ ישראל. Что с того места Бог обещал ему дать всю землю Израиля. אבל עד הרגע הזאת לא היה לו כלום. והנה זה המקום האמיתי שהוא קונה. До сегодняшнего дня, до того момента не было у него ничего. И вот он приобрел что-то в свою собственность. וזה היה קבר. Это была могила. אבל מכתבי קודש אנחנו מבינים. Но из священных писаний мы понимаем. שמוות וחיים הם כל הזמן ביחד. Что жизнь и смерть постоянно вместе. זה קטע מאוד משיחית שם. Это очень мессианское послание здесь. מוות של משיח ותקומה מן המתים. Смерть Машеха и его воскресение из мертвых. שחרור. Отпущение. כוח על טבעי פורצת לעולם. Сверхъестественная сила врывается в этот מה שקורה שם. Это то, что происходит в этом месте. אבל אנחנו רואים בכתבי קודש משהו עם הכסף שקורה בכיוון אחר לגמרי. И мы знаем из священных писаний, что что-то связанное с деньгами тоже идет совершенно в другом направлении. הנה, בלעם. Вот есть вам Валам. הוא לוי. Он пророк. אבל יש ביטוי בעברית. Но есть выражение на иврите. כסף מקלקלים את נביא ועושים ממנו מחשב. Деньги портят пророка и делают из него колдуна.
Акила ве прескила ба брита хадаша. Акила ве прескила в Новом Завете. Ми зохер эта сипура зе. Кто помнит этот рассказ? Аю ба эша донай. Они горели Божьим огнем. Авал машу коре шам. Но что-то произошло с ними. Китвей кодеш омрим лану машу меот хашув. Священные писания говорят нам о чем-то важном. Тивдо этот смеха. Проверяй себя. Иешуа мисапер машал меот меанен. Иешуа очень интересную притчу рассказывает. Алзе катув байгерет эла Лукас перек 11. Тифтиху бабакаша. Написано в Евангелии от Луки 11:34. Лукас 11. Тифтиху бабакаша. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Луки 11 глава. Псуким 34 и 35. 34-35. Лукас 11:34-35. Луки 11:34-35. Юля, ты хвала ликроидзе ба русит ба вакаша. Светильник тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. И если око будет худо, то все тело будет темно. Итак, смотри, свет, который в тебе не есть ли тьма. А за קשה להבין את המילים האלה. Сложно понять эти слова. כי בן אדם שתרגם את זה מעברית בזמנו ליוונית או לרוסית או לשפות אחרות לא ידע משמעות האמיתי שם. Потому что человек, который перевел это с иврита на греческий, с греческого на русский или на какой-то другой язык, вполне возможно не знал смысла этого. מהות של המשפטים האלה הוא פשוט מאוד. Здесь на самом деле очень ясно сказано. Айн яфа, כמו שכאן כתוב, светлое око, айн яфа, בעברית. Светлое око, то есть красивый глаз в буквальном переводе. זה בן אדם נדיב. Это щедрый человек. אם אתה, יש לך айн яфа, ואתה, כלומר, אתה נדיב. Если у тебя светлое око, то есть ты щедрый человек, у тебя ты получаешь благословение для всего своего тела. А темное око – это жадный человек. Жадный, ты все время жадничаешь. Это разрушает твои кости, твои мышцы. Здесь мы учим. Давайте будем и смотреть на примеры Святого Писания. И будем щедрыми людьми. Это не только связано с десятиной и пожертвованиями в общении. Когда ты идешь по улице и ты видишь, что у тебя просит человек деньги, дай ему. מחירים ברחוב. А не по автоматически. Иногда есть мошенники на улице. אבל בהחלט אם אתה יודע שבן אדם בצורך תן לו. Но если ты видишь человека, который реально нуждается, дай ему. אלוהים תחזיר לך. Бог тебе вернет. זה כתבי קודש. Так написано в священных писаниях. אל תהיה קמצן. Не будь жадным. אבל גם כמובן זה קשור למעשר ותרומות בקהילה. Естественно, здесь это также связано с десятиной и приношениями в общине. שטר הכי מפורסם בקהילה שנותנים במעשר זה 20 שקל. Самая распространенная купюра, которую дают в общине, это 20 шекелей. וזה לא נכון. И это неправильно. כי זה כמו טיפ, זה לא כמו מעשר. Потому что это чаевые, это не десятина. אתם יכולים לתת לאלוהים טיפ. Вы можете дать Богу чаевые. תקבלו ברכה כטיפ. И также можно благословение тоже получить как чаевые. אתם יכולים לתת לאלוהים מעשר. Можете дать Богу десятину. או מנדיבות של ליבכם. Или от щедрости своего сердца. אולי זה לא מעשר, אולי זה 7%, 5%. Возможно, это не десятина, возможно, это 5%, 7%. תקבלו ברכה ממנו בהקדם. Достойное благословение получите. Но когда даем ему чаевые, то и получаем в ответ чаевые. Здесь что-то большее. Здесь говорится о нашем сердце. Сердце, которое жадное, для человека это нездорово. И мы видим, что Валам, которому в принципе ничего не было, ни в чем недостатка. Он был как барон Ротшильд, плюс знал Господа. Но вдруг деньги его тут портят. И он идет и портит сам, вредит себе. אז אנחנו רואים ש בסיפור הזה פעם אחרי פעם אלוהים מזהיר אותו את בלעם. И мы видим в этом рассказе, что Бог несколько раз предупреждает Валама. בלילה הוא אומר לו, אל תלך. Ночью он приходит к нему и говорит, не ходи. אחרי שבלעם מתחיל ללכת, אתם זוכרים מה קרה שם עם
хамор медабер. Вы помните, когда он все равно не послушался и пошел? Как еврей, на иврите ослица. Ослица стала с ним говорить. Атон. Ослица стала с ним говорить. Атон медаберет. У нее открылись уста. Это Нес. Чудо. Маши музар. Произошло что-то сверхъестественное. Они зухер бамагбили еш давар, кше Иешуа нихнас ли Иерушалаем аля атон. Я вдруг вспомнил, что когда Иешуа на осле въехал в Иерусалим. Веколя талмидим цааку баруха ба бешем Адонай. И все ученики стали кричать благословен грядущего имя Господне. Ошияна, Ошияна, Ошияна. Ошияна, ופתאום היו שם אנשים שהיו נגד ישוע והתחילו להגיד תסתמו את הפה לא צריך לדבר ככה и люди которые противились ישוע они начали затыкать им рот говорить закройте свой рот не говорите אז ישוע אומר אם הם יסתמו את הפה ואני מדברו тогда ישוע сказал если они прекратят говорить то камни возопьют כשבן אדם לא מדבר אז אבן מדבר когда человек не говорит говорят камни או חמור מדבר или ослы начинают говорить ופה אני רוצה עוד Я хочу, чтобы мы научились еще кое-чему. В книге Иова написано 2-3 раза Бог говорит с нами. С каждым человеком. Для того, чтобы нас убрать с неправильного пути. Иногда мы неосознанно выбираем неправильный путь. Лифамим кен ба махшива хвида ата бухерех А иногда, да, осознанно, с тяжелым сердцем мы выбираем неправильный путь. И неправильный путь это не только грех. Неправильный путь это не только грех. Иногда человек хочет жениться с неправильным человеком. Или ты хотел купить какой-то дом, а этот дом не для тебя. Или ты хочешь уволиться с работы, а это неправильное это время. Или наоборот правильное время. Очень важно просить, спрашивать у Господа. У него есть пути, по которым он может с нами говорить. И даже с неверующими он говорит. И уж точно с верующими он говорит. Как Бог сегодня говорит с нами, кто-то знает? Есть какие-то мысли, как Бог сегодня с нами может говорить? כשאנחנו קוראים דבר אדוני, פתאום לפעמים זה מדבר עלינו, иногда, נכון? Иногда, когда мы читаем вот. Слово Божие, мы что-то для себя, есть какое-то откровение. בחלום, בחלמות. Иногда через сны Бог говорит с нами. כתוב בברית החדשה, אני אשפוך עליכם רוחי. Написано в Новом Завете, и залью на вас дух мой. И вы будете видеть видение. כתוב על זה. Об этом написано. ואני יודע שרבים מקבלים הדרכה דרך חלומות. Я знаю, что многие получают направление через сны. לפעמים אתם שומעים מסר ושומעים הדרכה דרך מסר. Иногда вы слышите проповедь, и вот как будто говорят конкретно вам. Или, возможно, у вас возникает какая-то мысль. Не обязательно возникает мысль, что нужно пойти купить билет на самолет и поехать миссионером в Зимбабве. Возможно, такие тоже приходят. Или поехать на язык тролля и отдыхать там. אבל אתה יכול לשאול מאלוהים. Но можно спрашивать у Господа. הוא מדבר עלינו. Бог говорит нам. ואתם יודעים, ג'ניה סיפר ששם הם היו באסיפות, איפה היו הרבה מתנות רוח ואלוהים דיבר דרך נבואה. И вы знаете, что Женя говорила, что они были там на собраниях, где практикуют духовные дары, и Бог говорил, произносил много пророчеств. וגם לפני שבוע אצלנו היה מלמד רי גנון, ולמד על מתנות רוח ועל הדיבור. אני רוצה להגיד לכם משהו. Неделю назад у нас тоже был проповедник, который учил о дарах духа. אנחנו, הדור שלנו, я хочу вам сказать, что наше поколение מקבל המון טמטום דרך גאדג'טים. Он получает много, мы тупим от много от множества девайсов. אנחנו מסתכלים באינטרנט ושם ופה וזה כל. לפעמים זה סוגר בתוכנו דלת מיוחדת שדרכה Элохим יכול לדבר עלינו. Мы постоянно в телефонах, в таблетах, и это нам закрывает путь, когда Бог нам может говорить.
אני רוצה להגיד, я хочу вам сказать, я чувствую, мы живем в такое время, что вместе с Шаулем мы должны прокричать Господу и сказать: Господь, наполни нас духовными дарами, открой нам самого себя и Твою волю, как в былые дни. Но вместе с этим я хочу сказать, если ты человек дрянной, и ты не хочешь исправиться, не хочешь исправиться согласно Святым Писаниям, то любой дар, который ты не получишь, не пойдет тебе на пользу. И мы, как наши старейшины общины, мы тебе точно не позволим ничего говорить. כי אם אתה לא משתפר ואתה חושב שאתה תופס טרמפ על הרכבת של נבואה, потому что если ты не исправляешь свой характер и свои привычки и думаешь, что вот ты сейчас поймаешь попутку на поезде откровения, пророчества, שכח מזה. А забудь об этом. אבל אני רוצה להגיד להפך. Я хочу сказать наоборот. אם אתה משקיע באופי שלך, если ты стараешься исправлять свой характер, ואם אתה צועק אלוהים שנה אותי, תקן אותי, и если ты просишь Господа, чтобы Он помог тебе измениться, אז ברוך הבא. Тогда добро пожаловать. Потому что мы нуждаемся в пророчествах. איך ללכת ואיזה מעשים לעשות, גם כגוף, גם כפרט. Как слушать, как ходить, какие дела делать, как община, так и как отдельные личности. אז בקיצור אנחנו קוראים כאן בפרשה השבוע הזאת עוד שיעור קצר. И еще один маленький урок я хочу дать из этого недельного чтения. אז בלאק מביא את בלעם. בלאק приводит Валама. ואנחנו קוראים בספר, אנחנו קוראים בספר במדבר בפרק 22. И мы читаем в книге чисел 22 глава. אנחנו קוראים פסוקים 39 41. Мы читаем с 39 по 41 стихи. Юля, ты יכולה לקרוא? בבקשה. И пошел Валам с Валаком, и пришли... 22, 39, 41. Числа 22, 39, 41. И пошел Валам с Валаком, и пришли в Кириав-Хуцор, город, и заколол Валак волов и овец, и послал к Валаму и князьям, которые были с ним. На другой день утром Валак взял Валама и возвел его на высоты Бааловы, чтобы он оттуда увидел часть народа. Окей, а Балак לוקח את בלעם לקריית חוצות. Валак берет Валама в Кириат Хуцот. Кириат Хуцот זה בעצם קריה או עיר קטנה. Кириат Хуцот это небольшой город. עם הרבה חוצות, הרבה רחובות. Со многими районами. ובלעם פשוט, בלק רוצה שבלעם יתרשם. הנה אנחנו מואב, יש לנו הרבה ילדים ויש לנו הכל פה, אז תרחם עלינו, תקלל את עם ישראל. И поэтому он берет его для того, чтобы он увидел моавитские города, чтобы он увидел их жилища, их детей. И поэтому он хочет, чтобы тот сказал: вот, пожалуйста, мы такой народ, смилуйся над нами, прокляни Израиля. Шем ло ярго тану. Чтобы они нас не поубивали. אבל עם כל העמים האלה בזמן הזה הייתה, כמו שאמרתי כבר קודם, בעיה גדולה. Но, как я сказал, со всеми этими народами в то время была огромная проблема. לא סתם, לפני 400 שנה אלוהים דיבר לאברהם ואמר לו. Не просто так, 400 лет тому назад, с того времени, Бог говорил Аврааму и сказал ему. אני אשלח את צאצאיך, את הילדים שלך, למצרים ל-400 שנה, כי עדיין חטא של האנשים שגרים שם באדם. Он сказал: я на 400 лет пошлю твоих потомков быть в Египте, потому что грех народа в той земли еще не дошел до того уровня, когда я могу их уничтожить. А здесь мы видим, что грех дошел до такого уровня, что Бог уже не мог его выносить. Возможно, это было колдовство. מתחברים עם כל העניין הזה של הרוחות. И возможно они были настолько связаны со всем этим спиритизмом. אתם יודעים, חכם אחד יהודי. Вы знаете, один еврейский мудрец. Рамбам. Рамбам. הוא אמר, כשאנחנו מדברים על המחשבים היום,
сказал, что когда мы говорим о колдунах того времени и в сегодняшние дни, мы кое-что не понимаем. Что у нас сегодня, это просто детские игры. Но то, что было в то время, это было что-то, что сокрушало внутренность человека. Есть в иврите разные термины, которые описывают слово проклятие. Есть слово проклятие, ты проклят. Арур это очень такое жесткое слово. Когда Бог проклинает змея, он говорит проклят ты. Возможно, вот это вот слово арур, оно изменяет природу, сущность того, которого. И люди, которые, народы, которые жили в это время, Муавы и остальные, они были прокляты настолько, что изменилась их сущность. И, возможно, это объясняет, когда Бог говорит народу Израиля, иди уничтожь всех от мала до велика. Потому что они изменили этот путь. Потому что уже не было никакой возможности обратить их на праведный путь и исправить их. מספרים על עזה, על חינוך ילדים שם, או באייסיס, שהם מגדלים שם ילדים ונותנים להם לשחק עם הראשים של האנשים, זה... Я когда сегодня смотрю телевизор и показывают Газу, показывают территории, и там дети играют в футбол с головами отрубленных людей, с отрубленными головами или других людей. Это по интернету, это в интернете, это можете найти спокойно. Тогда ты спрашиваешь себя, что из этого ребенка может получиться. И каким-то образом, естественно, ребенок, он сам за себя не в ответе, не виноват. И его родители в этом виноваты, которые его приводят в это состояние проклятия, не когда его просто называют плохими словами, а проклятие жесткое. И, возможно, там говорилось о более жестком проклятии. И Билам... И вот Валаам наконец соглашается проклясть наш народ. Он восходит на гору. Но есть такое выражение. С горы не проклинают Израиль. С горы можно только благословить Израиль. И что бы он ни делал, у него с уст не может сойти проклятие. Только благословение. В Исаии написано: «Миворахим реглей мивасрей Цион». Благословенные ноги благовествующие Цион. Они стоят на горе и благословляют Сион. Знаете, мы тело Машеха сегодня в стране в этой. Мы простые люди. У нас нет глав правительства, членов правительства, министров. Но мы через благодать Иешуа связались с небесами. И каждый из нас получил должность быть благовестником Сиона. Провозглашать благословение на Сион. Пожалуйста, пользуйтесь этим. Наш голос Бог слышит. Потому что если он даже взял этого Валаама, который хотел проклясть, и изменил его слова, насколько он может сильно укрепить наши слова? Поэтому я хочу еще прочитать несколько, так сказать, проклятий, но на самом деле благословений Валаама. Откройте, пожалуйста, числа 23.
23 главу. Анахну курим и пасук мишмоне ад эсер. Мы читаем с 8 по 10 стих. Пасук. Стих за стихом. Юля, пасук шмоне, тихри раз. Как прокляну я? Бог не проклинает его. Как изреку зло? Господь не изрекает на него зла. Билам умер, эйх ани яхол ликалел, им элухим ло микалел ото. Билам говорит, как я могу проклясть, если Бог не проклинает его? Кан ани отпам махзир утхем лесипур шел Ноах. Я хочу вас вернуть к рассказу о Ной. Атем зухрим, им яцу квар, рах мишпаха шелаем, эн кол нефалим аэле ве кол ра, мабул ника эта арец. Вы помните, что только семья Ноя была в ковчеге, и сошел потоп, и затопил всю землю. Веникает арец миколя хэтлин, миколя хамас. И очистил землю от всякого греха, от всякого злодеяния. Ве эзиши йом Ноах шатак цатьяйн. И в какой-то день Ной немножко выпил вина. Ве катув шам ше хам аса машу. И написано, что хам кое-что сделал. Ктувим бадерех хлял мидабрим меод-меод адин бактаим каэле. Обычно в таких вещах и писания говорят очень осторожно. Аз чам катув у нихнас вираэт аба шилу арум ве цахак. Написано, что хам пришел, увидел своего отца голым, и он посмеялся над ним. Авур книса ле сауна финит леми калилим бен адам ад кидейках. На входе в финскую сауну... Из того, что человек заходит в финскую сауну и видит там голого человека, за это его так не проклинают. Караша машу шанахну лема виним. Там что-то происходит, что мы не понимаем. Еш арбе мидрашим ше... Асу машу ло тов ле Ноах. Есть много толкований и мидрашим, которые говорят, что что-то неправильное сделали Ною. Ве Ноах шеу митарер ми ашина шело. И когда Ной просыпается своего сна, у миварехет Шем, миварехет Яфет. Он благословляет Иофета, он благословляет Сима. Ве у руце ли калел эт хана, хам. И хочет проклясть хама. Аба ло ми калел ото. Но он не проклинает. Ми калел рак нехет шело, бен шел бен шел хам. Он проклинает только его внука. Ханан. Ханана. Ламу ли микалелит хам? Почему он хама не проклинает? Чем я цуме тива? Потому что когда они вышли из ковчега, Элохим берехет кулам. Бог благословил всех. Ведь миша Элохим и варех и вшар ликалелит. А кого Бог благословил, невозможно проклясть. Рабби ми итану ми от пухадим ми клалот. Многие из нас боятся проклятий. Везе тов шатем пухадим. И правильно делаете. Авал иш ло яхол ликалелит хем, им атем олхим бадерех анахона. Но никакой человек не может вас проклясть, если вы идете по правильному пути. Ки Иешуа берех отхем квар. Потому что Иешуа вас благословил. Квар кибел отхем лямо. Он принял вас в свой народ, он благословил вас. Аз им атем ло хотим, аз эйн клала ше яхола лидабек алехем. Поэтому если вы не грешите, никакое проклятие не может к вам прилепиться. Авал им кен, аз кен. Но если вы грешите, то есть этому место. Им ата усе хет. Если ты грешишь. Вата ло хозер бачува. И не каешься. Везе олех, ве олех, ве олех. Если этот грех продолжительный. Эгерет эле еврим умерет лану. Послание евреям говорят нам. Эйн ютер курбан аль хет им анахну хотим бля всака. Больше нет жертвы за грех, если мы грешим постоянно. Анашим охавим хесед бихинам. Люди любят бесплатную благодать. Аваль царих гам лиштапер. Но нужно также и меняться. Лиштанут. Улучшаться. Катув бигляль зе ба эгерет эле эфесим им ганавт аль тигнов. Написано в Ефесянах, если ты крал, впредь не кради. Им шатита аль тиште. Если ты пил алкоголь, прекрати это делать. Они медаберим аита шатьян о кимат шатьян. Я говорю не просто про пил алкоголь, а про быть алкоголиком пьяницей. Им иштамаш табе самим аль тиштамеш. Если ты принимал наркотики, прекрати их принимать. Пасук тейша. Девятый стих. С вершины скал вижу я его, из холмов смотрю на него. Вот народ живет отдельно и между народами не числится. Ам митбодед ме амим ахирим. Народ живет отдельно. Катув кан ам Исраэль. Написано, что народ Израиля не связан с другими народами. Лисраэля йом еш махала гдула. Сегодня у Израиля есть большая болезнь. Аваль зе ло махала хадаша. Это не новая болезнь. Зе тамид каха. Она всегда была. Китвей кодеш тамид умрим, атем роцим льот кмо коле амим. Священные писания всегда нас обвиняли в том, что мы хотим быть как другие народы. Аваль... Элохим бара отану шоним. Но Бог нас сотворил другими. Лёба гуф, лёба тева шелану. Не в теле, не в нашем характере. Эле паму амар тию кдушим кмо ша ани кадош. Но он сказал, будьте святы, потому что я свят. Кадош зе мивудад метева ше нафла. Святый, святой, это значит отделенный от падшей природы. Ам Исраэль хукам ки ам.
Ахарей Бавель. Бог, народ Израиля восстал как народ после Вавилона. Колямим тавву бабавель. Все народы они были, они остались в Вавилоне. Эм киблу тева шел бавель. Они приняли эту природу Вавилона. Мибульбаль. Они были заблуждение. Мибульбалим. Они были в заблуждении. Ло юдим кивун. Они не знали направления. Ам Исраэль ая нивра ки ам шемихубар миатхала ле Элогейну. А народ Израиля, он был избран для того, чтобы быть на постоянной связи с Богом. Везе меот хашув лавин эдзе. И очень важно это понять. Ки Элогим бара амейну. Потому что Бог сотворил наш народ. Шенафох даягим. Для того, чтобы мы стали рыбаками. Для того, чтобы мы стали рыбаками. Шенуци ме бот шел бар. Для того, чтобы мы как ловят рыбу, мы также и брали и вытаскивали народы из вавилонского заблуждения. Чтобы народ, который ходит в заблуждении, мы могли его поймать и привести к истине, в которой ходит израильский народ. Об этом постоянно Павел говорит. Он говорит к другим народам, что вы были привиты к маслине, к израильской. Вы были привиты. Нидбактем, прилепились к благословениям Израиля. От Вавилона к Израилю. От Вавилона к Израилю. И Валаам видит это. И здесь он говорит, кто исчислит песок Иакова и число четвертой части Израиля. Это тоже благословение, которым Бог благословил нашего отца Авраама. Он говорит, вот мой народ, как песок морской. האם אפשר לספור את חול? Возможно посчитать морской песок. אבל פה אנחנו צריכים להבין משהו. Нам нужно кое-что понять. אני רוצה להביא אתכם לכמה דקות להגרת אל הרומים. Я хочу, чтобы несколько минут мы сейчас открыли послание римлянам. תבינו אותי בבקשה. Поймите меня, пожалуйста. בהגרת אל הרומים בפרק 9 כתוב. В послании к римлянам в 9 главе написано. אם ישראל יהיה כמו חול על שפת ים. Если бы Израиль был как песок морской. Рак шарит и ваша. Только остаток спасется. Кто знает, что такое остаток, например, в процентном соотношении? 10. Потому что здесь написано. Кто исчислит песок Иакова и число четвертой части Израиля? Или пятая часть, или четвертая часть. В Римлянах в 9 главе написано о физическом спасении. И всегда, когда были различные катаклизмы, а я ницаль. Только остаток спасался. Мимицраим яцу улай рев улай хамишит. Из Египта вышла где-то четвертая часть Израиля. Ми инквизиция, ми сфарад, ми Португалия, ну цлюрак рев о хамишит шела коламину. Во время погромов инквизиции где-то остались в живых только четвертая часть нашего народа. Ми холокост, ну цлюрак хамишит. И в Холокосте выжила пятая часть Израиля. Аз баофен физи, рак рев яхоли ли на цель. Поэтому физическим образом только остаток может получить спасение. Аваль зелю медубар аля. Но здесь не говорится об искуплении. Потому что написано в Римлянах послании в 11 главе весь Израиль спасется. Весь Израиль спасется. И из-за того, что у нас есть Иешуа. Здесь написано, говорит Павел, потому что Сиона придет избавитель. Как это произойдет, я не знаю. Но кто я, чтобы говорить, что Павел ошибался? Окей. Они рутели саем. Я хочу закончить. Машу Кораль ТВ. Что-то произошло сверхъестественное. Бенадам
Человек, который хотел проклясть наш народ, раз за разом произнес благословение. Но конец недельного чтения Балак, он нехороший. Написано, что наш народ сидел в... Где? Наш народ сидел в Шитиме. И они начали развратничать и спать с блудницами Муава. И получили наказание. Наказание пришло на Израиля. Дух не победил. Но победила плоть. И здесь учимся мы чему-то важному. А бен адам зе ло рак руах. Человек не только дух. Есть הרבה אנשים שעכשיו באינטרנט ובכל מקום הם מטיפים אתה רוח, אתה רוח, אתה רוח. Есть многие люди, которые сейчас через интернет пытаются навязать идею, что мы прежде всего это дух. Им ата кам бабокер вей коевит ли хорошо бетен. Если ты утром встаешь, у тебя голова болит или живот болит. А за таквар ли рух, машу коев лиха. Ты уже точно не дух, что-то у тебя болит. Им ата хозер ми авода, ве ата мазия куло. Если ты возвращаешься с работы весь потный. Ве зе ли рух мазия, зе гуф шелха. Это точно не дух потери. Мы — это комбинация. И в этой комбинации есть душа, дух и плоть. Есть что-то еще. Есть нишима. Есть еще дыхание. И это четыре составляющих, которые строят человека. И Шауль говорит что-то очень интересное в послании филиппийцам. Что пусть Бог благословит эт руах, дух, эт нефеш, душу ואת גוף שלכם את ביאת המשיח, и тело к пришествию Мессии. Аль нефеш, аль нишима он не говорит. И о дыхании он не говорит. Аль нишимат Элохим. О Божьем дыхании он не говорит. Есть бану машу ми Элохим. В нас есть что-то от Бога. Шело закук ба браха. Которое не нуждается в благословении. Ки зе тамид михубар ле Элохим. Потому что оно всегда связано с Богом. Зе нишима. Это Божье дыхание. Аваль шлоша изорим ахирим. Но остальные три части наши нуждаются в благословении. Кумар скуким башмира. Также нуждаются в охране. Им скуким бабраха, царих лишмору там. Если мы нуждаемся в благословении, то нужно это благословение сохранить. Им ата шаях ле Иешуа. Поэтому если ты принадлежишь Иешуа. Им ата шаях ле Исраэль. Если ты принадлежишь Израилю. אבל באותו ועד אתה עושה חטא, אתה שוכב עם מישהי. Но если ты в то же время, когда ты принадлежишь Израилю, делаешь грех и прелюбодействуешь с кем-то, אז אין ברכה. Тогда ты теряешь благословение. Ты получаешь наказание. Товим умрим лану. Писание говорит нам. Тишмиру аля цмехем. Соблюдайте себя. Титкадму. Продвигайтесь. Телху баор. Идите в свете. Ваз Элохим иварех баэмет. И тогда Бог действительно благословит вас. Вешум давар ло яхоль лакахот отхем михесед Элохим. И ничто не сможет забрать вас от Божьей благодати. Аваль еш гам хелек базе шахрают шелану. Но и здесь есть часть, за которую ответственны мы. Шелохим язор лану. Чтобы Бог нам помог.